Здравствуйте, с вами снова Александр, и сегодня я хочу рассказать вам о коляске от компании Valka Baby Snap Ultra. Эта коляска, на мой взгляд, такая народная любимица. Это модификация 2018 года, она вообще давно выпускается, и обзор на первую ее версию у меня на канале есть, можете там найти, посмотреть, я постараюсь добавить в описании для ознакомления, можете посмотреть этот обзор. Сегодня я вам расскажу о доработанной, скажем так, модельке. Компания Valka Baby, судя по всему, отслеживает потребность потребителя, и, соответственно, дорабатывает то, чем большинство клиентов недовольны. В первую очередь, в предыдущей модификации, не в TaylorMade модели, а в обычной, была, мягко говоря, не очень хорошая ткань. Она была неприятная на ощупь, такая какая-то, знаете, зимой холодная, летом горячая. Здесь проблема эта решена, но в целом все равно я о ней вам полностью сегодня расскажу. Потому что давно не было этих колясок в наличии, и люди их долго ждали. Поэтому освежим в памяти, скажем так. Эта коляска очень легкая и с реверсивным блоком. Вот ее фишечка. Она легкая, но блок можете развернуть, повторюсь. Это очень крутая возможность. Обычно коляски с такой возможностью, они все больше, не больше размером даже, а тяжелее однозначно. Поэтому вот большой плюс этой модели вот в этом. Соответственно, изучим ее сверху вниз. Давайте с ручечки начнем. Вот, как и в предыдущей модели, здесь ручка по большому счету не изменилась. Она здесь не имеет возможности регулировки, обита мягким материалом, такой типа губки. Вот. И высота у нее, вот смотрите, 1,86 м у меня рост, соответственно, ну и вот думайте, как она будет вам. Мне вообще отлично заходит. Вот. Что касается козырька, козырек всегда у Valka Baby большой в любой модели. Вот здесь, по сути, сейчас я, смотрите, закрою. Это его стандартное положение. Открываем еще одну секцию, но вы только что видели. Увеличиваем. Соответственно, открываем еще. И до ножек достаем. Единственная четвертая вот эта секция, это очень плотная москитная сетка. От солнца прекрасно защищает, но во время дождя не рекомендую открывать. Лучше вот так вот использовать. Так. Хочу сразу заметить, я заранее одел, в комплектацию входит вот эта накидочка на ножке. Она очень плотно сидит, нигде абсолютно не поддувает. А, еще у нее есть такая фишечка, ее можно даже увеличить. Здесь снизу есть замочек. Ну, что ты замочек-то? Вот, и увеличить ее еще достаточно сильно вниз, то бишь, если вы подножку опустите вниз, ребенка все равно ноги будут именно внутри накидки. Это тоже грамотное решение, на мой взгляд. Вот она, очень реально теплая, абсолютно непродуваемая. Вот этот каркас, он здесь внутри с такой большой пластиной, и он не будет мяться, он, видите, такой плотный. Это, я не знаю, очень грамотный подход, конечно. В общем, за это большой плюс. Так, подножка, естественно, здесь тоже регулируемая, это все нормально. Ткань, кстати, вот сразу про ткань скажу, она поменялась кардинально, потому что раньше, как я уже говорил, ткань была не очень. А эта ткань, она, наверное, стала, как раньше была, в более дорогой версии TaylorMade. Но сейчас она в обычной версии, поэтому, ну, она другая, не как там, но по качеству схожа. Очень приятная ткань, не раздражает абсолютно как та. В общем, все здорово, отлично. Прям за ткань большое спасибо. Что касается самого блока, он здесь, вы видите, по большому счету, ну, если помните ту модельку, не изменился. Он, блок остался таким же вместительным, глубоким. Здесь насчет безопасности, это у нас пятиточная система ремней с мягкими накладками на плечевой зоне, но нет на паховой зоне. Поэтому вот тут, ребятушки, промах-промах. Соответственно, также есть бампер, который можно отстегнуть и как калиточка отодвинуть и посадить ребенка. Это здорово.
Так, еще давайте про очень важное отличие с предыдущей моделью. На вот этой задней стеночке убрали липучки и поставили сюда, вшили магнитики. Поэтому, опа, но это же важно. На мой взгляд, это мелочь, но приятно. Но я шучу. Конечно же, важное отличие – это то, что в этой модели, в отличие от предыдущей, убрали систему гамака. Теперь спинка здесь просто вровень с самим блоком наклоняется и не поднимает ножки ребенка. Наверное, в России больше любителей вот такой системы, чем гамаков. Поэтому это очень большой плюс. Кстати, здесь на задней стеночке, видите, есть еще и мини-органайзер такой. Ну, мелочь, но почему бы нет. Вот. Давайте сразу про багажник. Багажник, он, собственно, остался таким же хорошим, как и был. Багажник был всегда отличный, у него здоровенный доступ. Сам багажник большой, глубокий и из плотного хорошего материала. Килограмм 5, да без проблем выдержит, поэтому все ровно. Колеса такие же остались, соответственно. Это полиуретан, если память не изменяет. Амортизацию не завезли, к сожалению. Но здесь амортизация на самом деле достигается тем, что вот этот сам блок немножечко подвешен, и он гасит колебания от коляски, от дороги. Именно вот этим вот. Поэтому, ну, ребенку здесь все равно достаточно нормально при прогулках. Вот. И сразу смотрите, тормоз. Самый классный тормоз. Сверху нажали, тормозим. И также сверху нажали, едем. Не ковыряем, не портим обувь. Отлично. Так, давайте дальше посмотрим на блок. Напоминаю вам, соответственно, он такой же, как и там. Имеет возможность регулировочку. Как в предыдущей модели, я имею в виду. Регулировочку имеется в виду реверсивную. Вот, спокойно. Перекинули к себе, пока ребенок маленький, там полугодовалого, если его уже пересадили сюда, вообще легко, можно ездить. Так, давайте теперь посмотрим на то, как эта вся конструкция складывается. Так, попробуем сложить ее вместе с прогулочным блоком. Соответственно, вот вы видите, я всегда рекомендую складывать без блока. Не то, вообще не то. Сейчас, если я переверну, будет в эту сторону торчать. Поэтому, когда вы складываете, возьмите просто, вытащите ее и положите вот так вот сверху. Так гораздо компактнее получается, нежели вот вся эта торчащая конструкция. Вот, поэтому... В принципе, все, что хотел рассказать, рассказал. Еще вот смотрите, здесь, кстати, есть такой вот ремешок для транспортировки рамы. Удобно? Удобно. Почему нет? Так, раскладываем. Ставим обратно. Все, едем дальше. Добавить нечего больше, в двух словах мое мнение. Кстати, всю техническую информацию в описании добавляю, сантиметры, миллиметры. Проходите, читайте, чтобы не удлинять этот обзор, вся информация там. Соответственно, как я сказал, это хорошая работа над ошибками. Предыдущая ткань была, ну, вообще негодная, на мой взгляд, не очень. Конечно, может, она была практичная, чистилась легче, она такая скользкая. Ну и все на этом, как бы. Но эта ткань реально приятнее, качественнее, причем на голову лучше, тут без вопросов. Как коляска вся, в принципе, была хорошая, она такой осталась, но допилили все, что не нравилось предыдущих. Убрали гамак, наверное, больше половины людей не нравилось им это. Здесь убрали, ткань поменяли. Все, теперь это одна из, наверное, лучших колясок в своем, скажем так, роде колясок с реверсивным блоком. Компактная, легкая и удобная для ребенка. Вот без вопросов. Все отлично. Из минусов, ну, добавили бы вот телескопическую регулировку ручки, цены бы ей не было. Ну а так, в принципе, годная колясочка. Поэтому смело могу ее рекомендовать. Да, я думаю, большинство мамаш, которые вот читают эти все обзорчики, изучают при покупке очень детально, они знают и про ту все, и эту оценят 100%. Поэтому
Я думаю, при покупке этой коляски будете довольны. И в заключение, если это видео вам было полезно и интересно, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на канал. Это очень важный момент, чтобы мне это помогает делать для вас больше обзоров. И большое спасибо первой коляске магазину за то, что дали ее на обзор. А вам всего доброго и удачи!